Наш Боюшка с добрейшими глазами и такой же добрейшей со собачкиной душой. Да, Боюшка? Да, мой сладкий, да, мой роднушечка. Вот мы ему положили сидушечки от дивана. Да, Боюшка? Боюшка, мой мальчик. Такой умный мальчишка. Все делаем для того, чтобы они ни в чем не нуждались. Самое вкусненькое только старичкам. А как еще иначе? Да, мой сладкий. Его история, конечно, ну, такая, что он остался с бабушкой старенькой, и бабушку потом забрали дети. А его, ну, к нам отдали, чтобы только он дальше продолжал жить. Потому что в деревне фактически он никому не нужен был. Ну, хорошо, хоть отдали, а то могли бы, конечно, и усыпить, и все что угодно.